Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и мы продолжаем смотреть у истоков Лощины Теней. Да, шо ж, у нас уже третья часть, давайте не будем там что-то обсуждать, что-то говорить вначале сразу же, как я обычно делаю. И сразу же начнем. Тут плакат, наверное, за моей вебкой не особо видно, написано кучу раз «Никакой магии». Лун... Селена, глубоко вдохни, говори предложениями, а не отдельными словами. Ты абсолютно уверена, что этот сон был предостережением? Тия, пожалуйста, поверь мне, сон был настолько реальным. Я верю, что это был лишь сон только потому, что... Я беспокоюсь о тебе. Ты теряешь связь с реальностью. Мы даже не можем начать помогать этому поселку, если так пойдет дальше. Но я... Скажи мне, что случилось в твоем сне после этого? Там... Рядом с той лачугой был кто-то по имени Даск. Тогда давай встретимся с ним. Нет! Тия! Это ты теряешь связь с реальностью. Если она уже так говорит, значит, что реально что-то не то произошло. Или что-то вообще непонятное. То есть, надо прислушаться к сестре. Она твоя родная сестра. А ты доверяешь какому-то неизвестному... Вообще поселку, которого даже, блин, нету на карте. Не хочется поверить тебе, но ты не должна использовать сны, чтобы спрятаться от происходящего вокруг тебя. Ой, боже ты мой. Тия! Селена, чтобы быть уверенными по поводу твоего рассказа, мы должны увидеть доказательства. Если тут действительно есть проблема, тогда я как лидер должна найти ее решение. Тия! Ты не должна! Я боюсь! Я не одна, ты ведь будешь со мной, правда? Я выслушаю все, что ты захочешь мне сказать. Ты уже выслушал. Что за глупость? Ну, типа, лол. Что за логика? Итак, когда ты встретила этого пони в своем сне? Я... Ладно, просто придумай что-нибудь. Она никогда не догадается. Я смогу это сделать. Ох, это случилось... Завтра утром с местом и... вещью. Нет, место с другой вещью. Это было... Мне кажется, что ты сказала примерно 2 часа, так что у нас есть время перед тем, как мы отправимся. Нет, это было просто... И сестра. Я умерла в твоем сне? Да. Как ты узнала? Ты не очень хороша в хранении секретов. Честно говоря, ты худший лжец в Эквестрии. Я... не знаю, что и сказать. Ты знаешь, что можешь со мной поговорить о чем угодно. Я не хотела тебя беспокоить. Да как ты вообще можешь такое говорить, если ты даже не можешь сказать мне, почему мы сюда прибыли, для начала? Тия, ты должна сказать мне, почему мы вообще здесь? Почему мы не можем вернуться домой? Селена... Наше местоположение пустяк по сравнению с другими проблемами, а ты не в состоянии даже с этим справиться. Но что ты вообще собираешься здесь делать? Мы пойдем к лачуге через 2 часа, как и планировали. Как только мы увидим пони по имени Даск, тогда я выслушаю остаток истории. Ты не понимаешь? Будет уже поздно! Ты умрешь! Я очень благодарна за заботу, сестренка. Но ты предупредила меня об этом. Разве этого ничего не значит? Я буду действовать со всей доступной мне осторожностью. Я так не думаю. Мне кажется, все это повторится. Не искушай судьбу. Не искушай судьбу, Тия! Судьба не зависит от снов Луна. Я делаю это для твоего же блага. Тия, если это правда, и ты точно не поменяешь свое решение, тогда мы должны заключить сделку сейчас же. Тия, если ты сможешь пообещать мне... Интересно, о чем она? Когда мы придем к лачуге и встретимся с пони по имени Даск, и если он скажет, что он не из лощины теней, и скажет то, что он отгоняет существ от деревни, и тут же рассердится на нас за то, что мы поздно вышли на улицу, и... Это ничего. И у него с собой факел, и удобная способность создавать еще из воздуха в случае, если кому-то рядом с ним понадобится. Я понимаю. Тогда... Ты поверишь мне, и мы покинем это место, прекратим слоняться, чтобы найти его, и он сбежит сам, скорее всего. Это звучит честно. И пока мы не сделаем что-то из этого,
ты останешься здесь, рядом со мной, пока я не буду готова туда идти. Селена, есть вещи, которые я не должна исследовать. Если не пообещаешь это сделать, то мы останемся тут до завтра. Селена! Очень хорошо. Да. Тогда я начну свое расследование завтра утром. Так ты обещаешь? Но взамен ты обещаешь мне, что ты возьмешь себя в копыта, независимо от предчувствий. Ты сама на себя не похожа. Сестра, пожалуйста, не думай обо мне плохо. Я верю, что ты поможешь мне найти общий язык с селянами, со всеми их законами и традициями. Когда ты будешь сама собой, если ты продолжишь это делать, то ты сойдешь с ума. Сойду с ума? Погоди, Тия, а что насчет письма? Насчет письма? Ох, не беспокойся, я просто думала о чем-то другом. О доме, я уверена. Ясно. Оу, простите, вы случаем не Даск? Он самый. Ну вот. Мы встречались ранее. Нет, но моя сестра говорит... Вы даже не надели свои нашивки. Что вы тут делаете? Нашивки? Ну, мы здесь, чтобы встретиться с вами. Даск, скажи нам, что ты тут делаешь. Советую вам не повышать голос. Они могут заметить. Я никогда не встречал вас раньше. Но я тут только, чтобы отгонять существ ночью. В такое время тут небезопасно. Если вы не пойдете домой сейчас же, то вы окажетесь в опасности. Идите домой. Но если вы можете заверить мою сестру и меня, что это самый безопасный выбор, тогда мы... Там что-то есть? Они сегодня рано. Не теряйте времени. Немедленно возвращайтесь в ваш дом в Лощине Теней. Пожалуйста, простите, но я должна спросить. И не забудьте факел. Факел? У меня есть запасные на случай глупых путешественников. Потушите их, когда закончите. Ну не вот. Топчитесь на одном месте, если вам жизнь дорога. Когда я обернусь, я не хочу вас видеть. И не подходите к существам. Во имя Эквестрии. Мы идем. Хорошо. Луна, не хотелось бы это говорить. Но если эта проблема останется без изменений, то в будущем нам не избежать насилия. Мы не можем ждать до утра, Тия. Но эти существа... Сначала я не была уверена, но теперь точно знаю. Тия, пожалуйста, научись заканчивать предложение. Что это такое? Она принимает нашу форму. Тия, смена планов. Всего лишь один из них. Тия, стой! Сестра, во имя нашей безопасности, я не могу дать тебе пройти. Мы же договорились. Но, Луна, мы не можем идти домой вот так. Тия, о чем ты говоришь? Достаточно! Ты оставишь ее... в покое! Не делай этого! Селена! Что... что случилось? Тия, ты в порядке? Я у тебя должна спрашивать. Ты дура! Не используй магию! Для тебя правило ничего не значит? Мне все равно, насколько особенными вы себя считаете. Но ваша магия ставит нас под удар. А теперь марш внутрь, пока не доставили нам еще больше проблем. Глупец! Я сделала это, чтобы защитить мою сестру. Как я могла знать? Твои правила необоснованы и безумны. Я не подчиняюсь нелепым правилам, когда моя сестра и я в опасности. Что ты о себе возомнила, считая себя какой-то принцессой? Принцессой? Слишком благородное слово из уст такого смерда, как ты. Самовлюбленная выскочка. Жалкий незапоминающийся оз... Довольно. Ты видела, что он... Они как бы и являются принцессами, но да ладно. Со мной сделал, Тия. Селена, это было к лучшему. О чем ты говоришь? Тия! Ваш дом в той стороне, верно? Идите туда, немедленно! Селена, давай сделаем, как он говорит, и пойдем домой сейчас же. Ты издеваешься? Я ценю вашу заботу, Даск. Серьезно, уходите уже! Тия! Почему ты встала на сторону этого незнакомца? Я просто хотела, чтобы ты была в безопасности. Почему написано о этой незнакомке? Окей. Я беспокоилась о нашей безопасности. Это все, чего я хотела добиться в этом месте.
Селена, все в порядке. Это всего лишь небольшая ошибка, которую мы обсудим дома. Ты слышала меня, Тия? Делай так, как говорит Светлая, если вы хотите остаться в живых. У нас нет времени на бессмысленную болтовню. Тия, вы двое что-то знаете? Почему ты мне про это не скажешь? Селена, нет, просто проблема этой деревни хуже, чем казалось сначала. Путники, внутрь! А ты вообще отвали! Ты не понима... Тия, ты сказала, что мы можем поговорить на любую тему. Неужели я была просто помехой для тебя? Селена, прости. Пойдем домой, там мы это решим. Благая Эквестрия. Слухи были правдивы. Вы, маги, точно опасны. А боже это... ты мой. Ты вообще какой-то сноб. Ой. Ну, типа, лол. Вы, маги, опасны. Они могут без проблем, типа, спасать одного за другим своей магией. Вы ничего не можете, кроме того, как бегать и держать что-то во рту. Ну, типа, лол. А, и учитывая, что он факелы достает из откуда угодно, это, по-вашему, не магия? Существо не было опасным? Я спугнула его, не так ли? Нет, оно было всего лишь одним из многих. Это нам уже не поможет. Мы уже слишком задержались этой ночью. Бегите, я никогда не видел их так много. Не хотел быть агрессивным, но... Смена планов! Вы вольны бежать, теперь я не могу гарантировать того, что вы будете целы. Мы поможем тебе. Селена, пойдем. Сестра, я не знаю, что ты скрывала все это время, но я не способна бороться с этими тварями вместе с тобой. Селена, я уберегу тебя от зла. Мы можем это сделать. Я... Что за трэш? Я, конечно, все понимаю, но... Тия как-то очень странно себя ведет. Прямо очень странно. То бежим в дом, то теперь это... давай сражаться, то еще что-то. Короче, она меняет каждую секунду свое мнение. Что-то я вообще ничего не понимаю. Я отказываюсь это делать. Очнись, Тия! Даже я могу понять, что мы ввязались в неравный бой. Селена, мы не можем бежать от ответственности. Мы можем! Мы... Нет, я не готова к такому. Мы не можем бежать. Я поклялась жителям деревни, что буду их защищать. Ты? Мы же команда, и ты моя сестра. Ты же моя сестра, верно? Селена, нет. Поверь мне, я просто... Перестань так меня называть! Луна! Путник, их стало еще больше! Оу. Она просто теперь убежала? Теперь я даже не знаю, от чего я бегу. Но подозреваю, что от безумия. Странные, слушайте, повороты событий тут. Прям что-то я не понимаю. Себя прям очень странно как-то Тия ведет. Я, конечно, понимаю, что сложно поверить в то, что... Как бы... Селена или же Луна... Она... Типа, сложно поверить, что ее сны правда. Но раз ты сама убедилась, вы договорились, то окей, идите в дом. Но потом вы... Ты такая, нет, вон какое-то существо, надо его попытаться победить, го. Одно из этих. Потом нам сказали уходить, то окей, мы будем уходить. Ой, их стало намного больше, давайте опять будем атаковать. Какой-то вынос мозга. Я не знаю, я что-то не могу. Тяжело воспринимать Тию серьезно, когда... Она прям так нестандартно мыслит, то в ту сторону, то в ту сторону. Короче, странная тема пошла. Ну, ладно, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Fluttergreen. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьяшками. И также смотрите другие мои какие-то ролики. Будет в конечной заставке. Где-то там, да. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.